Я просто нахожусь в диком восторге. Соло! Мне он очень нравится, этот момент. Всем привет, Райков на месте, и сегодня будем смотреть французов, а именно группа Novelists. Клип называется Turn Up, что дословно переводится как «Включите его». И мы будем включать, будем. В общем, этот клип вышел 5 месяцев назад, больше 200 тысяч просмотров. Это очень хороший результат, и я сразу же ставлю лайк. И теперь небольшая история. Эту группу, в принципе, я уже давно знаю, ну как знаю, я просто о ней слышал, но никогда не углублялся, да, то есть как-то соприкасался с их творчеством, но меня не цепляло. Будем называть вещи своими именами. Я помню даже, как это случилось. Лежу я, и у меня в рекомендациях попадается лайв. Лайв группы Novelists, которую они сняли в январе. Ну, точнее, они сняли его, скорее всего, заранее, но выложили его в январе. Он называется Novelist Live in Lyon. Я его посмотрел. Вот как бы без мата сказать. Я офигел. Я просто офигел. Шикарно снято. Невероятный звук. И я просто переоткрыл для себя эту группу. Хотя не знаю, как правильно, открыл или переоткрыл, в данном случае как это считается правильно, даже не знаю. В общем, я дико рекомендую, ссылку оставлю в описании на это живое выступление. Переходите, смотрите, слушайте, наслаждайтесь, потому что это нечто невероятное. И вот я себе уже даже пару треков добавил в плейлист, но не могу их послушать, потому что у меня эти клипы еще не просмотрены. Есть такая фишка, то что исполнение в живом выступлении и на записи очень могут сильно друг от друга отличаться. Но я надеюсь, что эта группа не разочарует. Их и живое выступление будет в топчике, и клипчик будет в топчике. И я наконец-то смогу уже в наушничках, когда я куда-то иду по своим делишечкам, послушать их треки. Все, я высказался. Всю эту боль я высказал. То есть сейчас вот конец уже февраля, когда я снимаю этот ролик. То есть уже 2 месяца я просто терплю. А теперь немножечко о группе. Я знаю то, что у них были изменения в составе, и не так давно пришел вот этот вот гитарист, и вокалистка у них новая. Я на самом деле не знаю, как бы я реагировал, если бы я знал заранее группу Novelists, а потом у них произошли изменения в составе, достаточно серьезные, как бы я воспринимал их. Но я о них лишь слышал, и это прекрасно. Я их просто открыл, это как очень сильное вдохновение, прям вот с начала года у меня получилось. У меня только один вопрос, я не совсем понял, почему-то они в некоторых треках Novelists, а в некоторых Novelists FR. Может быть, у них были какие-то проблемы с лейблами или еще с чем-то. Напишите в комментариях, пожалуйста. Ну а мы с вами переходим к самому главному, к вишенке данного мероприятия. Перемотал на начало звук на максимум качества 4K. И погнали. Novelists, включите его. Да-да, эту песню я слышал. По-моему, самый первый трек в лайве. Но немножечко по-другому. Чуть-чуть отличается. Шикарный риф и шикарный вокал, я не знаю. Она идеально подошла в эту группу. Блин, да, это та песня, я ее добавил к себе. Мне очень она нравится. Да, из лайва мне все очень сильно понравились. Ну, то есть какие-то нюансики отличаются от лайва. И интересно вот это вот сравнивать. Как в вокале, так и в инструментальной части. Но чего-то критичного я не могу сказать. Шикарно, как то, так и это. Я просто нахожусь в диком восторге. Я надеюсь, вы там тоже наслаждаетесь, пропускаете через себя эту энергетику.
как же хочется подпеть, но не хочется распугать вас. Сейчас будет, или не сейчас будет, прикольный момент. Вот. Мне он очень нравится, этот момент. Соло! Не, ну они просто невероятные музыканты. Каждый из них просто профессионал своего дела. Итак, перемотал на начало, запустил без звука, чтобы на фоне что-то двигалось, пока я буду говорить. Шикарно, шикарно, прекрасно, я просто насладился. Я очень рад, что у меня наконец-то дошли руки, я просмотрел этот клип. Я нахожусь в эйфории. В общем, ребята невероятные молодцы, спасибо им огромное. Ссылка на них будет в описании, переходите, смотрите, наслаждайтесь. Открывайте для себя эту группу, это так прекрасно открыть что-то новое, невероятное. Спасибо вам огромное, что-то я сильно разговорился в этой видеореакции. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Увидимся с вами уже в следующей видеореакции. Всем аривуар!